Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Кто ко мне зашел?». Зовут меня Валентина. Сегодня у меня не предновогоднее настроение такое, а, как видите, чемоданное настроение. Нам с дедушкой, с мужем, дали путевки. Вот санаторий, Анапу мы едем, в теплый город. Вот. И у меня, почему возник такой, думаю, сделаю ролик этот обязательно, я зашла в интернет и обнаружил, что очень мало информации о том, кто отдыхает в декабре месяце. Очень мало. Даже я не могла отзовить. Зашла, и то там 3-5 человек, и то пишут сентябрь, октябрь и немножко ноября. Про декабрь ни одного отзывика не видела, ни одного ролика. Поэтому, столкнувшись с такой вот бедой, в чем поехать, одетыми, обутыми. У нас здесь морозы и слякоти, и такая, а там плюсовая температура, и думаешь, в какой одежде поехать, что обуть на ноги. Поэтому очень мало информации. Поэтому я для таких, как мы, которые пенсионеры, нам выдают путевки октябрь, ноябрь и декабрь месяц. Вот, ну, летних вариантов нет. Мы работали в свое время, нам некогда было ездить по путевкам, но сейчас стали пенсионеры, и нам стали... Именно действующим пенсионерам дают летние отпуска, а нам уже пенсионерам, которые в отставке, дают вот такие путевочки. Ну, мы этому рады. Вот. Поэтому я буду с нового места, с нового города делать небольшие репортажи для нас таких. Потому что в этом году мы поехали вот в декабре месяце, в следующем году другие люди поедут и хотя бы какую-то информацию... Маленькую информацию, даже про погоду, какая температура, дожди, снега там или что там еще, это очень даже важно. Вот для меня, например, было бы важно узнать, в чем ходят люди в декабре там месяце. Вот. Поэтому у нас такое вот чемоданное настроение, мы сегодня уезжаем, поэтому до новых встреч, до новых роликов. Я сегодня даже вот сшила себе на быструю руку, вот могла мастер-класс сумочку такую дорожную себе для питания, с кармашками удобная, поделала, сшила, вернее, такую сумочку объемную. Вот, косметичку успела, потому что сейчас много у меня этих, и получается, и телефонный, и фотоаппараты, и камера, и косметичка такая вот удобная, чтобы мне все туда положить, всевозможные эти провода как с собой. Вот, поэтому, может, даже и покажу мастер-класс в следующий раз, когда приеду домой, по такой дорожной сумке, которая очень вместительная. Много кармашков сделала и сбоку, и впереди, и внутри. Очень вместительно, уже положили много чего, еще есть место. Поэтому вот можно мастер-класс дорожной сумки обязательно вам показать. Ну что, мои дорогие, до новых встреч, до новых роликов. Я обязательно выйду на связь. Всем пока!